Сколько денег брать с собой на Кипр для оплаты недвижимости? Я так понимаю, вопрос про депозит. Если вы приезжаете сюда, вам что-то понравилось, вы заключили договор и едете к себе обратно для того, чтобы делать платеж по своему объекту, 1000 английских фунтов всегда достаточно, чтобы забронировать на 14 дней за собой выбранный вами объект недвижимости. Опять же, всегда можно индивидуально договариваться, что если у вас нет 1000 фунтов с собой, можно оставить меньшую сумму, 500 фунтов, например. Если вам нужно больше, чем 14 дней, чтобы сделать первый платеж из основных платежей по недвижимости, всегда можно договориться про 3-4 недели, можно продлить до 2 месяцев. Это вопросы решаемые, обращайтесь к нашим менеджерам по продажам, они вам в этих вопросах обязательно всегда в индивидуальном порядке помогут.